Добрый день, дамы и господа. В силу некоторых обстоятельств я не могу сегодня быть среди вас, но мне предоставили возможность поделиться с вами некоторыми своими соображениями. Мы сейчас заканчиваем работу над картиной «Адмирал». Как вы понимаете, это непростая история. Работа над ней была мега тяжелая. У меня это заняло порядка 2 лет. Скажем так, на сегодняшний день это самое тяжелое для меня по внутреннему пространству работы. Но я не жалуюсь, я, может быть, даже радуюсь этому. Я хочу сказать вам, дорогие коллеги, те, кто показывают зрителям, те, кто будет показывать зрителям эту работу, мы можем совершить переворот в осознании зрителя, в осознании того, что мы можем рассказать свою историю, которая произошла у нас в стране, своими силами на уровне, скажу банально, на уровне мирового стандарта, а может быть даже превосходя местами этот уровень. Мы постарались сделать все, что мы можем на сегодняшний день, сделать это честно. Теперь все зависит от вас, уважаемые дамы и господа, те, кто будет показывать это кино зрителям. Я вас очень прошу и призываю подойти к этому делу нестандартно, не как очередной показ очередного фильма, а как к новой эпохе, как к чему-то тому, с чего может начаться то, что называется гордость за свою страну. Заранее спасибо вам большое. Извините, что сегодня не с вами. Удачи. Жду вас в Петрограде, в колыбели революции 14 сентября. Отдельное спасибо хочется сказать за предыдущую работу с «Иронией» Московскому Атриуму, Тюменскому синема-парку, Воронежскому «Спартаку». Может быть, кого-то забыл, извините, ради бога. За работу все равно судьбы. Но это дело былое, сейчас у нас другое. Сейчас у нас новая история.